Здравия. Чувствую, у многих назрел вопрос к происходящему. Ведь биткоин продолжает рост. На неделе на меня снизошло озарение. Спешу поделиться. Все гениально просто. Большие дяди набирали вот здесь много биткоина. И сейчас выедают объемы, стоящие выше. Дабы обеспечить ожидаемый буллран в следующем году. А иначе он ударится в потолок. Как видите, мы в нем уже стоим какое-то время. На прошлой неделе уже явно поглотили текущий уровень, но еще не весь. Думаю, пролив вниз начнется после того, как кольнут следующий уровень. Для того, чтобы прощупать объемы и вынудить затем продать залипших там бедолаг. У многих сработает психология, чтобы сохранить хоть что-то. То же самое происходило в прошлом цикле. Альта практически не растет, а местами даже падает. Скупает только биткоин. Печатный станок все еще не запущен. А также есть ожидание, что ключевую ставку ФРС США еще подымет. Слабо в это верится, но возможно. Как итог, ожидаю, что биткоин кольнет следующий уровень и прольется вниз. Эту точку жду сам. На росте продолжу скидывать активы, находящиеся в плюсе. Те, кто боится пропустить, можете взять на часть суммы. Но так, чтобы можно было усреднить точку входа. То есть должен быть запас денег в два раза больше потраченного. На падении торопиться не стоит. Время скупить дно будет, а вот панические сопли в район 20 тысяч будут кратковременными. Там лучше заранее ведра ставить на бирже лесенкой вниз. А на выходе уже купить что останется. Киты, несмотря на откуп данного объема, отодвинут свою средневзвешенную точку закупки не сильно далеко, поскольку они набирали в районе 20 тысяч и в районе 16 тысяч много. Ну пусть это будет 30 тысяч, средняя закупки. Дальше просто останется разогнать курс 1000 до 100 и снять свой гешефт. У них денег много, за счет объема они заработают колоссальные деньги. Даже на росте в 2-3 раза. Но для этого требуются толпы обработанных телевизором хомяков и включение печатного станка. А его еще нет. И куча радостных новостей про биткоин. Также нет. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Fin.ru. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег!